Учитель – это больше, чем просто профессия. Для качественной работы педагогу мало хорошо учить, необходимо и самому постоянно учиться. Из-за соглашения между Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и Минобрнауки Башкортостана создание между республиками единого образовательного пространства подготовки, а также методического сопровождения педагогов. Мы сейчас привезли в основном те проекты, которые у нас очень хорошо тиражируются в нашей республике. Министры видели наши эти проекты, мы уже пока с ними согласовывали вот эту программу визита. Приехали мы тремя командами. Первая команда сегодня работает с директорами здесь, в институте. Завтра мы работаем с педагогами. Мы все будем смотреть со стороны повышения качества образования, повышения престижа учительской профессии, то, что можно делать и нужно делать. И это система оценки качества образования. То есть вот это вот все будет два дня. Плюс деловая игра, где педагоги освоили инструменты организации событий на уровне класса и школы, что обязательно им пригодится при реализации социальных проектов. Будет огромным плюсом для всех участников данной конференции, а в дальнейшем мы просто это будем распространять на рабочих местах. То мероприятие, которое сегодня проводится, для обмена опытом, для улучшения работы на местах, для получения чего-то нового. Все, что не делается на сегодняшний день в сфере образования, это все направлено на то, чтобы нашим детям было более комфортно и легче в обучении. Что это нам даст? То есть идет научно-методическое сопровождение для того, чтобы наши учителя и управленческие кадры, они обменялись опытом и опытом методического сопровождения и развития профессиональной компетентности наших педагогических работников. Программа обширна, ведь она затрагивает и работу с родителями, и психологическое консультирование, и диагностику языкового преподавания в садах и школах. Изначально было решено создать учебно-методический округ, куда вошла наша республика и Башкортостан. Поэтому реализация программ ведется в рамках данного соглашения. Ведь это обмен бесценным опытом, к тому же такое взаимодействие повышает престиж педагога. Элина Остежева, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.